Один из самых титулованных кикбоксеров мира живет в Баку. Это Эдуард Мамедов. Теперь он 26-кратный чемпион мира. С удивительным спортсменом познакомился Кимран Гусейнов. Почивание на лаврах ему неведомо. Только вернулся с соревнований и сразу в спортзал. Почти 30 лет в кикбоксинге, и за все это время Эдуард Мамедов не пропустил ни одной тренировки. Говорит, дисциплина и упорство – это те качества, которые всегда помогали ему побеждать. Каждому поединку, каждому соревнованию я готовлюсь с одинаковым усердием. И недавний чемпионат мира в Италии не стал исключением. Несмотря на множество титулов, ни одна победа не дается мне легко. Эдуард не только успешный спортсмен, но и тренер. У него больше 100 учеников, среди которых есть и призеры международных турниров. Например, Амин Гулиев. Он самый юный победитель чемпионата мира. Золото выиграл в 13 лет. В первую очередь, это заслуга тренера, потому что он сумел найти правильный подход ко мне. И благодаря этому научил всему тому, что знает сам. Я стараюсь его не разочаровать и думаю, что это получается. Не зря он дал мне прозвище «Белый волк», который сам носит. Любовь к кикбоксингу спортсмен прививает и своим детям. Сын Рауль ходит на тренировки с отцом. Старается во всем ему подражать. Я с маленьких лет занимаюсь кикбоксингом. И увлекаюсь кикбоксингом. Мне предлагали заниматься дзюдо, футболом, но я отказался, потому что мне больше нравится кикбоксинг. Да, я хочу быть кикбоксером, как мой папа. Свой последний чемпионский титул Эдуард выиграл в 43 года. Бойцов в таком возрасте встретишь нечасто, а он сдаваться не собирается. Говорит, что сил столько, что готов дать фору молодежи. С годами скорость и выносливость убавляются, но во мне еще есть силы, чтобы поддерживать себя в форме. Поэтому уступать дорогу молодым я пока не готов. В ноябре в Черногории состоится чемпионат Европы по кикбоксингу. Эдуард поедет на соревнования как тренер. Готовит к турниру 4 учеников. Кямран Гусейнов, Сахават Абдуллаев, Фуат Касумов, Мир 24.